мастер-класс по тому, как чистить лошадь. Давай, с чего надо начинать? Начнем с копыт. Для начала подходим к плечу, просим дать нож. Получаем ножку, выскребаем всю грязь и щеточкой завершаем. Спасибо. Так, лошадь у нас для примера специально грязная. Просим вторую ногу. Можно упереть на колено. Обходим лошадь спереди. Просим другую ногу. Каждый раз надо прихлопывать лошадь при этом. Он же молодец. Ему будет приятно. Умничка. Хлопать не забываем, это важно. Сейчас берем. Берем кондиционер. Да. Для лучшего состояния. Чтобы у нас не было проблем с вычищением. Правильно, что экономить, да? Конечно. А вот это очень вкусно пахнет. Покажи. Так. Вишни. Вишни у нас. Угу. Не приторно, но приятно. Будешь пахнуть не опилками, а вишнями. Сначала проходимся скребницей, чтобы удалить всю грязь. Интенсивно делаем массаж. Да. Тебе нравится? Вот здесь, да. Я поняла. Даем лошадке кайфануть. Вот что у тебя осыпается. Ну, бывает. Не без этого. И оставшуюся вычищенную пыль удаляем. Прям на видео видны волосики, летящие в разные стороны. Это хорошо? Потому что пыльный, как мешок. Железной скребницей нельзя чистить. Хребет. Да. Мягкие места. И смотрим на реакцию лошади, да, чтобы она не, да, не приятно ей было, да. Хорошо быть блогером, снимаешь, как другие работают. Хочешь кататься, сама седлай называется. Да, лодочку. Дайте в такой ходить. Приятно, ой, приятно. Ой. Чуть повыше и правее. Да, о, вот здесь. О, да, вот тут не останавливайся. Рука устала очень. Интенсивно, как ты сама сказала. Делаем лошадку приятно. Я предлагаю поменяться местами. Самый любимый кондей всех времен. Специально для того, чтобы хвостик ваш был шелковистый. Да. Ну что ты, Лера. О. Так, давай экономь. Нынче такие времена, что знаешь ли. Чтобы почистить лошадке хвост, встаем у задней ноги, иначе лошадь нас может ударить. И вычищаем аккуратненько все опилки, начиная с расчеса снизу всех. А вот кто-то расческой, а кто-то щеткой чистит хвост. Я предпочитаю расческой, просто деликатнее, потому что если расчесывать сразу сверху вниз, то у тебя лошадь останется без хвоста. Mm-hmm.
А щеткой не так хорошо? Ну, щетка тоже выдирает хвост, просто там зубчики мельче и как бы менее травмоопасно для хвоста, особенно если хвост жидкий, то можно справиться щеткой. Так мы просто берем по маленьким прядочкам, аккуратно их вычесываем, и чтобы больно не сделать. И... У вас опилочка вот тут. Вот тут. Угу, спасибо. Да. Ну и с помощью кондиционера, конечно, легче дается расчесывание. Да и помогает избежать выдирания клоков волос. Кстати, хорошо еще от репейников, как до и после. Я тоже пробовала. Ну, он же масляный становится, да, и цепляется и... все меньше. Поэтому... Мы чистим морду. Там была такая нежная щеточка. Морду чистим чем-то помягче. Вот она помягче. Вот, вот она, да. Угу. Да, бери. Отлично. Иди сюда. Можно придерживать ее до воздух. И вычищаем. Помягче, потому что тут глаза. Лицо же все-таки. Мягкое, да? Ноздри надо чистить? С тряпочкой. Влажной тряпочкой. Прям туда пальцем залазим и так делаем. Да. Собираем все козюли. Но поскольку козюли у нас нету, все хорошо. Ручку. Угу. Почистили лошадку. В следующем ролике смотрите, как мы будем ее седлать.